Меня зовут Александр Кузнецов, и я являюсь квалифицированным мастером-дезинфектором. Это видео хотелось посвятить такому препарату, как Propal 125 SC. Мы уже некоторое время используем в работе этот препарат, и хотелось составить отзыв в отношении этого препарата. Давайте с вами обратим внимание на доску. Оценивать мы будем по 5 показателям. Это эффективность, экономичность, универсальность, цена и запах. Итак, первый показатель – эффективность. Следует отдать должное, что препарат Propal 125 SC является довольно эффективным препаратом. Мы использовали его на разных объектах, и в целом он показал хорошие результаты. Не везде он сработал хорошо, но в большинстве случаев он показал хорошие результаты. Поэтому по этому показателю эффективность, по 5-бальной шкале, мы ставим ему оценку 4. Следующий показатель – экономичность. Норма расхода этого препарата составляет 15 мл на литр воды. Это довольно высокая норма расхода, поэтому по этому показателю мы ставим по 5-бальной шкале оценку 3. Следующий показатель – универсальность. Под этим показателем мы подразумеваем возможность эффективно использовать его как в отношении клопов, так и в отношении тараканов. Потому что большинство заявок все-таки это по клопам и по тараканам. Мы не использовали его в отношении клопов, но согласно отзывам, этот препарат не очень хорошо работает по клопам. Поэтому по этому показателю мы ставим ему оценку 2. Следующий показатель – это цена. Препарат Propal 125 SC является довольно дорогим препаратом, поэтому мы ставим по этому показателю ему 2 балла. И последний показатель 5 – это запах. Propal имеет несущественный запах, поэтому по этому показателю мы ставим ему оценку 5. Итак, по 5 показателям этот препарат набрал 16 баллов из 25 возможных. Средний балл составляет 3,2. Итак, давайте с вами подведем короткий итог в отношении этого препарата. Что можно сказать? Надо отметить его достоинства и недостатки. Какие достоинства? Этот препарат является довольно эффективным препаратом. И одним из его плюсов является то, что он имеет несущественный запах. Однако у него есть и ряд недостатков. Самым, наверное, существенным недостатком является его высокая цена. А также, как мы с вами увидели, он является довольно неэкономичным, да, в отношении нормы расхода, и он не является универсальным. То есть мы не можем использовать его с высокой эффективностью в отношении клопов. Если вы использовали в работе этот препарат, то вы можете написать, какую оценку вы бы дали по этим показателям этому препарату. В комментариях под этим видео вы можете поставить вашу оценку по этим показателям. Следует отметить, что в настоящее время мы отказались от закупки этого препарата. В настоящее время мы работаем с такими препаратами, как Imagine Forte. Этот препарат, изготовителем этого препарата является ООО DES Snap Trade, Московская область, город Люберцы. Также мы начали использовать препарат фирмы Bayer. Это французский препарат Sulfac и W50. В ближайшем будущем мы запишем видео по каждому из этих препаратов, в котором будет отражен честный отзыв. Поэтому, чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте колокольчик. До новых встреч!